Слава Богу, некоторые земли. Господь. Написано, что на твоем священном писании. Знаю, что в твоем священном писании. И по сей день лежит покрывало. И по день днешен лежи. Твое слово не всем открыто. Не всем открыто. Только тем, кому ты хочешь открыть. Не открыто на всички, сам кому тези, кои тут могут отключать. Мы просим тебя, открой мне, Господь, знаешь, чтобы слово твое было открыто для нас. И ты молим, кто это слово для открытых ко нас. Мы молились, молитва согласия. Если молим мою молитву на согласие. Во имя нашего Господа Иисуса Христа. Света на Господь Иисус Христос. Ишо Машех. И народ уже скажет аминь. И ваш народ скажет аминь. Слава Богу. Сегодня, в принципе, я это ожидал. Не, я сейчас учаковал. У нас сегодня праздник. Сегодня сильный праздник. У кого-то были подарки, свидетельства. Некоторые сегодня были подарки, свидетельства. Очень трудно пробиться к микрофону. Много трудно получить микрофон. Ну, я все-таки это сделал. Но, проект. Я вообще доктор, да? Слушай, да, я лекарь. Мне понравилась одна мысль. Мне интересна одна мысль. Один тоже врач-евангелист сказал так. Один врач, лекарь-евангелист, сказал. Он так проповедовал в таком огненном стиле. И проповедовал в огненном стиле. Он говорит, вы знаете, вот вы все, кто здесь сидит. Кто сказал, через всички тези, кто тут сидит. Вы уже победители. Вечно победители. Почему? За что? Потому что как доктор я могу сказать один факт. За что тут лекарь, я смогу тебе сказать один факт. Вы знаете, как происходит оплодотворение яйцеклетки? Знаете ли, как стало оплодотворение яйцеклетки? Да. Послушайте, миллионы! Миллионы! Это даже не тысячи. Не хиляди. Это не сотни тысяч. Не 130 хиляди. А миллионы сперматозоидов? А миллионы на сперматозоиды. Устремляются яйцеклетки. В родовой яйцеклетке? Когда два человека соединяются, да? Когда два человека соединяют. И знаете, только один сперматозоид достигает цели. И самый один сперматозоид совершенно достиг целого сил. Среди вот этих миллионов. От целя миллион. Этот сперматозоид это ты. И тот сперматозоид сети. То есть ты уже победитель. В эти си победитель. А мне уже так вообще все было, да? Поэтому просто как доктор хочу повторить слова коллеги своего. Просто коллеги, когда и кажется, что думаю, как и проиграть. Сегодня я не буду долго проповедовать. Сегодня я не буду проповедовать. Потому что у нас сегодня еще и причастие. За что мы имеем причастие вместе? И вы знаете, я проповедовал по всему миру. А с проповедовал из Цереса. То есть это и Китай. И в Китае. Это и Южная Корея. И Южная Корея. Это и Ирландия. И Ирландия. Это и Турция. И Турция. Это и Киргизстан, Казахстан, Россия. Казахстан, Россия. Можно еще долго перечислять, Германия. Много таких исчислял много другу. И в 1994 году меня рукоположили как учителя. И перед 1994 година себя положили как учител. В церкви. В церкви, да. В библейской школе. В библейской школе. То есть в следующем году у меня уже будет 30-летие. То есть в следующем году вы еще учитесь в 30 дней. Служение. И для начала служения я очень много проповедовал. Изначально на служение друзья с Богом проповедовал. Мне так хотелось занести, буквально вот так разжевать. Но вы как все не дочули. Так что пока до слушателей доходило, оно превращалось в какое-то такое молоко. И только я стекло прослушаю, ты вообще себе превращал нечто круто для него. Ну, значит, сегодня я предпочитаю по-другому проповедовать. Но вообще не предпочитаю по-другому начать проповедовать. Я больше люблю задавать вопросы. А с помощью горизонта задам вопросы. Я давно пришел к такому выводу. Удавно достигнут этот вывод. Хорошая проповедь? Чи хубава эта проповедь? Это просто правильно заданный вопрос. Просто правильно заданный вопрос. Вы знаете, Иисус Христос наш Господь. Знаете ли, чи Иисус Христос наш Господь? Он просто задавал правильный вопрос. Ты просто питал правильные вопросы. А когда его не понимали ученики? А когда не разбирали ученики? И наедине их спрашивали его. И на смысле губителя. Он уже тогда более подробно объяснял. Ведь тогда подробно и объяснял. И вот тема моей проповеди сегодня. Тема моей проповеди сегодня. Восстановление скинии Паши. Восстановление на одной скине. Давайте мы прочтем это в книге Деяний. Это мы прочтем в книге Деяния.
15 глава. 15 глава. 12 стиха. От 12 стих. Я прочту на русском языке. На проекторе и на болгарском языке можно будет. А что ты прочту на русский язык? Там можно прочитать на болгарском. И давайте послушаем апостола Павла. Послушаем апостола Павла. Точнее, Луку. Подожди-ка. Тогда умолкло все собрание, слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Яков и сказал: «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально призвел язычников, чтобы составить из них народ во имя Мое. И с ним, согласно слова пророков, как написано: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомо Богу ответственность от вечности и все дела Его, посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной крови, чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». Аминь. И вот здесь, вот в этом месте Писания, в Новом Завете, повторяются слова, которые написаны у пророка Амоса. Амос. «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую». И то, что мы... И воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее. Что это за скиния такая? Какая это за скиния, слышно? О чем здесь говорит пророк Амос? За кого говорит пророк Амос тут? О чем говорит руководитель Иерусалимской церкви, апостол Яков? За кого говорит руководитель на Иерусалимская церковь? Апостол Яков. О какой падшей скинии идет речь? За какого падшего скиния, совершенно старый вопрос. И знаете, мы будем этот вопрос исследовать. Не, чтобы исследовать этот вопрос. Я бы хотел бы сегодня просто задать вопрос. Чтобы вы, по крайней мере, задумались. И подняли эти места из Писания. Где подробно описывается, как Бог повелел создать первую скинию. Когда это подробно описано, как Бог указал, как бы создали первую скинию. Через своего раба Моисея. Через своего раба Моисея. Как воздвигалась скиния Давида. Как воздвигалась скиния Давида. И что это за прообразы такие? И как писали эти прообразы в сердце? Давайте мы откроем следующее место. И как откроем следующее место. И оно написано в послании к евреям. То написано в Евреи. В 9 главе. Девятая глава. С первого стиха. От первого стих. Первый завет имел постановление о богослужении святилища земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется святое. Скиния, которая была заповедана Моисею. И Моисей ее воссоздал. Идет описание того, как созидалось святое, то, что называлось святое. Помните устроение скинии Моисея? То есть самой сердцевине этой скинии было что? Святая святых. На его центре, в сердце этой скинии, было святое место. Потом что шло? После какого дня? Потом шел святое. Внутренний двор. И третий состоял из внешнего двора. Будем читать дальше. За вторым уже завесой была скиния, называемая Святая Святых, имевшая золотую котельницу и обложенная со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, которые Моисей снес с горы Синай. А над ним херувимы слава, сияющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение,
А во вторую, то есть во святая святых, однажды в год один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя и за грехи неведения народа, сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени. Смотрите, Евангелист Лука, апостол Павел. Апостол Павел. Да, послание к евреям, оно немножко спорное. Кто-то отдает авторство апостолу Павлу. Кто-то Евангелисту Луке. Кто-то апостолу Варнаве. Ну, я могу так точно предположить, что все-таки это послание писал еврей. Потому что идет очень четкое описание традиций, еврейских традиций. Очень четкая, знаете, это расшифровка. Знаете, вот я хотел сегодня вот эти вопросы задать. Прообразом чего является скиния Моисеева? Потому что так и написано, это всего лишь прообраз. Сегодня. Это есть образ настоящего времени. То есть апостол 2000 лет назад уже знал, что скиния всего лишь была прообразом. Апостол уже перед 2000 годами не знал, что скиния была самым прообразом. То, что сейчас происходит в духе. Вы знаете, вот да, моя супруга Наталья, она любит очень эту учение о скинии. Слышишь, моя супруга Наталья, она ухарисовала учение о скинии. Одно время довольно часто проводила семинары, посвященные скинии. И одно время я проводила много семинаров на разные темы. Я хорошо помню вот эти снимки, фотографии. Как устроен внешний двор, как устроен внутренний двор. Как и был внутренний и внешний двор. Что стояло во святая святых. Какое было в пресвятое место. И я прочту еще одно место. Это в следующей главе 10 глава послания к евреям. То есть следующая глава, 10 глава евреям. Оно более четко объясняет. Вот то, что написано. Что происходило. Какое было с скинией Моисея. Сегодня мы упор делаем на скинию Моисея. Чьим прообразом является скиния Моисея? На какой прообраз скиния Моисея? Следующее воскресенье мы будем говорить про скинию Давидова. Следующая неделя мы говорим за Давидову скинию. И смотрите, 10 глава послания к евреям начинается так. 10 глава закончится так. Закон имеет тень. И вот здесь четко написано, закон, он только имеет тень будущих благ. Я хочу дать авторство. Мы когда с Абаем общались, мы вспоминали, когда в 90-х годах мы уверовали. И мы говорим с Абаем, не созвездочками, за 20 лет, когда мы уверовали. Нам в руки попадались очень хорошие книги. Не имахме возможность заглянуть много хорошие книги. Одна из этих книг, она звучала так. Одна из этих книг была Христос. Христос. Конец закона. Конец закона. Автор. Автор. Иван Вениаминович Каргель. Иван Вениаминович Каргель. Каргель. Я думаю, что это тоже был еврей. Слышали, что это был еврей. Ну, такой мессианский еврей. Мессианский еврей. Потому что он четко прописывает. За что он так много хорошего описывал? Древние традиции Ветхого Завета. Древние традиции на Старый Завет. И чьим прообразом они являются? И совершенно много есть прообраз. Вам это интересно вообще? Интересно ли это вас? Я очень часто говорю. Много часто говорю. Что мы не можем понять Новый Завет. Чьи не можем разобрать Новый Завет. Без знания Ветхого Завета. Без знания Старого. И Ветхий Завет. И Старый. Он просто преображается, он вскрывается только через Новый Завет. И Старый все раскрывает и все превращает точно через Новый Завет. Мы получаем его в новом качестве. Не его получаем в новом качестве. В новом силе и в новом помазании. В новом помазании, в новой силе. Для чего нужна была скиния? За какого была нужна скиния? Скиния нужна была для того, чтобы Дух Господень сходил.
Тя била нужна да влиза там, светя. На народ Божий. Се извива на свет. Чтобы народ Божий получил водительство. Да Божия народ да получи водителство. Какое водительство? Какого водителство? Водительство Духом Святым. Водительство на свете. Когда Израиль ходил по пустыне, что шло перед ним? Когда Израиль ходил по пустыне, какое ходил перед ним? Днем. Перед ним. Облако. Облак. Ночью. Перед ночью. Столб огненный. Столб огненный. Как вот такой вихрь огненный шел на перевел Израиль. Невероятно зрелище, правда? Сигурно не было невероятно. И перенесли скинию. Иса? И скинию переносили. Иса носили скинию. Вот, именно скиния, она привлекала Бога. И даже скиния привлечила Бога. Для Бога это было сладостно. То было за него сладостно. Именно правильное устройство, правильное послушание. Правильное послушание, все, как ты сказал там. Моисей четко все исполнил. Моисей исполнил много точно. Четко и правильно воссоздал скинию. Точно и правильно воссоздал скинию. Да. Поэтому Бог и сопровождал народ свой. Зато Бог и явился свой народ. Прообразом чего является по-новому завету это? Прообразом на какого твоего сердца являлось в новом завете. Вы знаете, вот сегодня праздник Святого Духа. Есть сердце праздник на Святой Дух. И сегодняшняя тема, она очень важна на самом деле. И днешняя тема много важна. Я скажу эту мысль. А что ты кажешь, да, Денисов? Вот написано. Написано? 2000 лет тому назад. 2000 лет тому назад. Это написал пророк Иеремия. Пишет вам при пророк Иеремии. Бог излил от своего Духа. Бог издал свой дух. На что издал? На какого? На всякую плоть. На всякую плоть. На всех излил. На всички. На всю землю. На тяло земля. Больно потопил всю землю Святым Духом. Потопил на тяло земля в Святой Дух. Так или не так? Так или не так? Так написано. Так пишет. Зальет Духом его на всякую плоть. Что излил Святой Дух? Так что дочери ваши что будут делать? Видеть сновидение, да? Старцы юношами будут научаемы. Ваши дочери видят сновидения, и ваши... Старцы юношами будут научаемы. И возрастные хорошие будут научаемы. Такое движение Святого Духа. Все будут движения на Святого Духа. Ну, вы знаете, почему-то, вот 2000 лет назад, Дух Святой излился на всех. Святой Дух излился на всех. Но приняли его только. Но сам приняли, саму. После 40 дней. Кто принял Святого Духа? Только собрание 120 человек, которые находились в ожидании. Само собрание 120 человек, которые замечали. Вам это не кажется странным? Не мислили, что мало странно. Дух-то пролился на всех. Святой Дух все извел, всички. А почему проявился Дух Святой только через 120 человек? А за что Святой проявил сам пресс 120 человек? Потом, да, он сошел уже на 3000 человек. После душил там 3000. Потом на 5000 человек. 5000. И пошло и поехало, да? И такая, да. Что производил Иисус Христос в течение 3,5 лет, когда Он вышел на служение? Какого слушателя правил Иисус Христос в продолжении на 3000 години, у которого я выбрал свое служение? Я думаю, ответ вы уже знаете. Сигурно, вы же знаете, вот такое. Иисус Христос воссоздавал. Иисус Христос и воссоздавал. Падшим. Пад младо. Скинию Давида. Скинию Давида. Вот эти первые 12 его учеников. За нас? 12 учеников. 12 апостолов. 12 апостолов. Знаете, вот в моем представлении, вот когда речь идет, например, об апостоле Якове. Когда стал вопрос об апостоле Яков. Апостол Иоанн. Апостол Иоанн. И апостол Петр. И апостол Петр. Как их называли в первой апостольской церкви? Как они выглядели в первой апостольской церкви? Помните, помните? Сештыли с ним. Их называли столпами. Показывали своим... Столбы. Столбы. Это то, что непоколебимо. Нечто, которое не было поколебимо. И вы знаете, апостолы являли такую силу и такое могущество. Апостолы слышатся и являли такая сила и могущество. Вы помните, что произошло с Ковчегом Завета? Слышите ли себе, как случилось с Ковчегом Завета? Когда Ковчег попал на территорию врага. Когда Ковчег попал на территорию врага. И язычники захотели просто заглянуть в Ковчег. Язычники просто заглянули в Ковчег.
человека. Что с ними произошло? И как он остановил церковь? Пришло страшное поражение. Пришло ему страшное поражение. Озия захотел просто помочь. Из самых благих намерений. Просто искал, как мог, я просто увидел, что ковчег падает. Просто наклонился. Взял ковчег падает. Я просто его подержу. Просто упал, пустил эту косточку, его держи. Что произошло? И как остановил? Озия умер на месте. Озия умрел на месте. Вы знаете, вот это страх Господень. Твой страх. Что произошло в Первой Апостольской Церкви, когда Анания и Сапфира, вы помните? Кого остановил в Первой Апостольской Церкви? Они ничего не украли. Они принесли свои деньги. Мы решили немножко оставить себе. Но совершенно мало кто оставил себе. Вот Петр говорит уникальные слова. Петр сказал много других туни. Зачем вы допустили? За кого вы допустили? Сатане. Сатаната. Вложить в сердце наше. Да вложи его в наше сердце. Солгать Духу Святому. Да изложи на святие Бога. Что происходит с этими людьми? И как осталось от них? Как осталось от них? Сперва один умер. Первый умрел. И чуть позже второй звонил. И мало позже, второе, и загинул на место. Вы знаете, в моем представлении, я просто вам сейчас только намекаю. Вот представление. А всегда сам и намек вам. Иисус Христос, Он воссоздал скинию. Иисус Христос его создал скинию. И она состояла из людей. И тебя и была составлена от хора. Из его учеников. От него их ученики. Кто-то составлял святая святых. Некое собили его в пресвятое место. Кто-то из себя уже представлял внутренний двор. Некое бил его в внутренний двор. И потом люди начали входить уже во внешний двор. И тысячи человек уже больше не влезли в внешний двор. Хилиди и хилиди хора. Вы знаете ли, что мы как церковь себя представляем на сегодняшний день? Знаете ли, не все, что какого представляем, как церковь в днес? Воссоздали ли мы сегодня? Воссоздали ли днес? Здесь, в Болгарии? Днес, в Болгарии. Скинию Давида? Давида в скине. Или хотя бы скинию Моисея? Или по нему Моисея в скине. Это очень важный вопрос. Это много важный вопрос. Потому что Иисус Христос и сегодня. За что ты Иисус Христос и днес? В каждой стране. Во всякой. Короче, он воссоздает. То его создал скинию. Скинию Моисея. Моисея вот. Скинию Давида. И Давида вот. Но самое главное. Но наиважнее. Он воссоздает свою скинию. То его создал свою скинию. И в этой скине есть святая святых. И та скиния има и наибрезвот место. В этой скине есть внутренний двор. Има внутренний двор. И в этой скине есть внешний двор. Има и внутренний. Я хочу сказать, что мое представление, мое чувствование. И скажу, что в моем представлении, в моем чувстве. Мы пока топчемся во внешнем дворе сами. Не, все, что если не верим, мы его в внешнем дворе. Но моя просьба сегодня больше о том, чтобы нам устремиться. Но, а с ним назначаем, да все стремите. У вас есть такое дерзновение? Вотива святая святых Богу. Все стремите до близкого в Пресвятого Мясу, как Бога. Давайте я закончу сегодня читать послание к евреям. И до переключения я зачитаю послание к евреям. Я прочитал только первый стих. Читал первый стих из вас. С 10 главы. От 10 глава. Еще раз я его повторю, потому что это очень важно. Может, я начну его повторять, что это много важно. Закон имея тень будущих благ, а не самообраз вещей, одними и теми же жертвами каждый год постоянно приносимым, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. И начали перестать его приносить их, потому что приносящую жертву, быв очищена однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов или козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовало мне. Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано, о мне исполнить волю твою Божию. Сказал прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни все сожжения, ни жертвы за грех, которые приносят по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил, вот иду исполнить волю твою Божию, отменяя первое, чтобы постановить второе. По сей этой воле освящены мы единоградным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении, многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его.
ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемым. О чем свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их, и напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имейте разумение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Аминь. Какое прекрасное обетование, правда? Ну, какое обетование. Какие прекрасные места из Писания. Прекрасные места из Писания. Знаете, я 4,5 года проработал в реанимации. Знаете ли, раз в 4 години глубина работал в реанимации. В одной из самых тяжелых больниц. Это был онкологический диспансер. Твой был онкологический диспансер. Ну, то есть это была раковая больница на простом языке. Раковая больница. В этой больнице очень много людей умирало. В этой больнице много хорошо загибали. И я там нес служение. Я исповедовал людей. Исповедовал хор. Принимал их исповедания, покаяния. И рассказывал, что нужно сделать. И рассказывал, как он правильно направит. Чтобы спастись. И пойти на небо. И это утвердило трансфер. А не умереть и пойти в ад. А не это загинуть и утвердило трансфер. Многие пациенты больные. Многие пациенты и больные. Они были настолько в ослабленном состоянии. Что они просто вот так легко переходили через порог. Теряли сознание. Мы думали, что они уже умерли. Через какое-то время они возвращались к жизни. Или мы их реанимировали. Вот. Некоторые из них рассказывали. Большинство ничего не рассказывало, ничего не помнило. Но вот на этой неделе была у нас молитвенная. И мне почему-то Бог напомнил. Я прочитал две книги. Жизнь после смерти. И жизнь после жизни. Автор Моули. И он описывает, он собрал статистически. Тысячи случаев. Как люди умерли. Ушли в кому. И потом вернулись в коматозное состояние. И рассказывали, что они там видели. И были разные ситуации. Люди выходили из тела. Видели себя со стороны. Видели, как доктора бьются за их жизнь. Видели своих родных в коридоре. И потом, когда они куда-то уносились. И после утихнули. Видели, например, свою жену видел где-то там. За несколько километров от больницы. Если видели, например, жена на несколько километров больница. Или дорогая его мама находилась вообще очень далеко. И он ее там посетил. Или маленькая сиху, это была много далече, ее посетил мне. И потом, когда эти люди возвращались, они очень четко описывали, в чем эти люди были одеты. И после куда-то срывали написали, как эти хоры. О чем люди говорили в коридоре говорили люди? За какого хорица говорили в коридоре? И ученые выяснили о том, что все это полностью подтвердилось. И ученые сразу всичку 20 подтвердили. То есть все это реально происходило. То есть всичку 20 случилось на истину. Хотя некоторые люди находились за десятки тысяч километров. Вопреки чиняку и просто все наверное на десятки тысяч километров. И ученые поняли, что это правда, что это есть. И ученые сразу брали, что два истины, что вас существовало. И очень огромное количество людей рассказывало. И много гора улягнули, что у тебя рассказывали. Что они видели на небесах. Они были на небесах. И как там было хорошо. И как они не хотели оттуда возвращаться. И как не искали развивать что-то там. И вы знаете, вот это описание. И знаете, я читала описание. Когда они пробивались вот через Поднебесное царство. У города пробивали пресс Поднебесное царство. Там, где бесы кишат. И где царство сам сатана. И когда это царство на сатана. И они восходили туда на третье небо.
и самосложенное на третьем небе. И вы знаете, вот это описание, оно примерно очень хорошо описывается в книге Откровения. И знаете, что в описании слышно много, в описании много происходит в книге на Откровение. Когда? Куда? Когда Иоанн Богослов встречает Господа Иисуса. Когда Иоанн Богослов встречается с Иисусом Христом. Любимый ученик Иешуа Маше. Любимый ученик на Иешуа Маше. Который возлежал на груди Иешуа. Кое-то лежал на груди на Иешуа. Он его не узнал. То него... Потому что Иисус Христос предстал перед ним во всей славе. Что это Иисус Христос застанул перед ним во всей славе. Волосы, помните описание? Белые как волна. Ноги подобные халкилованам. Крака подобные на халкилованам. И вот это, вы знаете, какое-то страшное присутствие всемогущего Бога. Знаете, чувствовали страшное присутствие на всемогущего Бога? Когда вся вселенная замерла. Когда вся вселенная спряла на место. Знаете, Иисус Христос, там не нужно даже говорить. И даже не надо доказывать. Он просто может что-то показать пальцем. Иисус Христос не требует ничего доказывать, просто требует доказать за просто сила. Тотальное послушание. Слышите? Полное послушание. Он просто повелевает. То есть просто повелевает. Властно говорит? Властно. То есть просто властно. Демоны просто бегут от него. Демоны бегут от него. Если он скажет, что демон убирается или пошел в бездну. А кто говорит, что демон заминает бездну? Мгновенно, в этот же момент демон этот идет в бездну. Да, какая то демон, демон на место. Если он повелевает ангела, идите сделайте то-то и то-то. А показывает ангелы, вы сидите там, направите два. Мгновенно, в этот же момент ангелы идут и делают. Да, однако ангелы, вы делаете правильно два время. Те, которые уже во спасении. Ты из кутусов в спасении вечно. Они там постоянно уже славят Бога, прославляют. Ты постоянно дала славу на Бога. И серафимы стоят пред Богом. И серафимы стоят пред Богом. И не пристанут день и ночь, день и ночь. День и ночь, без края. Воспевают Богу песни. Ну, воспевают песни. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Святи, святи Господь Саваоф. И вся земля полна славы Его. И вся земля полна славы Его. Знаете, вот... Пастор Абай в среду говорил про видимое и невидимое царство. Пастор Абай говорил в среду за видимое и невидимое царство. Вот если смотреть духовными глазами на небесное царство, когда ты глянешь за духовными очи на небесное царство, а наше жительство там, на небесах, за наше живот там, на небесах, еще раз повторю эту мысль, я не кореец. А что ты повторяешь, в смысле, что ты знаешь, а ты не сам кореец. Я не русский. Не сам русский. Я не украинец. Не сам украинец. Моя нация христианин. Моя нация христианин. Я гражданин небесного царства. А сам гражданин небесного царства. Я сегодня не отождествляю себя с какой-либо нацией. Здесь вещи не мыслят, что я часть моей нации. Я отождествляю себя только с Христом. А с мыслят, что я часть Христа. Потому что я знаю, что только в Нем спасение. За что я знаю, что сам в Нем спасение. Только Он спаситель. Сам Той спаситель. Почему это здесь на земле не происходит? За что это не происходит, что на земле это? Почему нет тотального послушания? За что не было полного послушания? Почему мы можем видеть хаос? За что видим хаос? И почему Иисус Христос именно об этом говорит? За что Иисус Христос говорит точно? Что в последние времена будут войны? Через последние времена, при последние времена, что мы войны? Народ восстанет на народ. Народ, ощутили народ. Царство на царство. Царство на царство. И будут глады, и моры, и землетрясения. И что има землетрясения, наводнения. Как вообще это можно понять? Как все, что можем договорить все, что вам? Вы знаете, на самом деле, все не так просто. Знаете, люди, что слишком не этого полезны. И здесь апостолы пишут. И апостолы пишут. О том, что мы чуть-чуть позже, чуть-чуть перед причастием самым уже это прочитаем. Перед причастием чуть-чуть прочитаем. Хотя, если я найду, то могу и сейчас прочитать. Это в 10 главе послания к евреям. 10 глава евреям. С 36 стиха. Вот 36 стих. Написано так. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умерит. Праведной верой жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Кто стоит в последнее время? Кто еще разберет в последнее время, в последнее время? Кто претерпит до конца? Кто еще
то так отождествиться с Иисусом Христом, кое толку, что если мысли зачастуют Иисус Христос, что все то, что на земле происходит, через всичко това, което се случва на земята, для него будет абсолютно чужое, за него ще бъде чуждо. Мое жительство на небе. Моето жителство е на небе. Мое гражданство там на небе. Моето гражданство е там на небе. Иисус Христос идет за мной. Иисус Христос. И он уже вот-вот придет. Некое... И он заберет меня от этого безобразия. И то есть всъщност не вземе от всичко това. Мне не нужно, не нужно даже, знаете, вот очень хорошо прописано про медного змея, правда, да? Ну, добре пиши за медного змея. Свалить взгляд с Иисуса не нужно. Не трябва да примахваме погледа на ни. Пока я смотрю на Иешуа, докато гледам на Иешуа, какие бы змеи меня не жарили, каквито змеи да ме жарят, ничто мне не победит. Нищо няма да ме победи. И вы знаете, очень важно воссоздать скинию. Много важно воссоздадем скинию. Вот здесь Болгария. Тук в Болгарии. Потом мы пойдем в Турцию. После чего идем в Турцию. Потом мы будем нести служение в окне 10:40, да? После вещи, что сме в прозореца 10:40. Ирак, служение... Иран, Афганистан, Сирия. Ирак, Иран, Афганистан, Сирия. И вы знаете, на самом деле это страшно. Всъщност, знаете, че това е доста страшно. Чем страшен ковчег Завета? С какой страшен ковчег Завета? С каким благоговением подошел царь Давид, чтобы вернуть ковчег Завета домой, в Иерусалим? Какое благоволение, благоволение? Каждые 50 вечеров приносили жертву, помните, да? Левиты, отобранные левиты, они с благоговением просто вот так вот несли пели, воспевали Господу. Левиты с благоволением, с пяли на Господа. Вы знаете, плоская церковь, она терпит поражение за поражение. Знаете ли, что плоская церковь носит за августе дорогу? Церковь, которая находится во внешнем дворе, церковь, которая находится в внешнем дворе, она в постоянных проблемах. Тя има постоянные проблемы. Церковь, которая уже во внутреннем дворе, церковь, которая в внешнем дворе, начинает уже одерживать победу за победой. Започва вече да печели или да печели. Но Господь от нас не этого хочет. Но Господь не иска това от нас. Бог хочет, чтобы мы являли на всяком месте святая святых. То иска да, на всяком месте, да сме пред святото место. И скажу остановимся. Церковь, которая является святая святых, что ты кажешь, что церковь, которая являла пред святая святых, она просто непобедима. Тя е непобедима. Услышите меня? Непобедима. Чуйте меня? Непобедима. Почему? Зашто? Потому что вы имеете дело с самим Богом. Зашто? Потому что ты со самим Бог. А Бог не знает поражения. А Бог няма здоровья. Вот какую церковь нам надо сегодня явить. То, что такая церковь не из кого да создадим. В Украине. В Украине. Я верю, что Бог к этому идет конкретно. А свежен, че Бог точно туда приходит. Я верю. А свежен, что в Украине прямо сейчас. Че в Украине точно в сущем момент. Поднимается церковь. Которая рано или поздно, явит святая святых. И будет такая Божья слава. И что имеет такая Божья слава. Вы знаете, с Израилем, когда это произошло. Никакого не случилось с Израилем. Когда вся Палестина, арабские страны все окружили. Вот такая вот маленькая страна по сравнению со всей Палестиной. Маленькая держава по сравнению с Палестиной. Как можно ее не уничтожить было? Как могут они ее уничтожить? Ну, знаете, там поднялись такие облака, такие столбы. Но сосредоточили такие вот столбы и облаки. Что вот эти арабы полностью до зубов вооруженные. Через всички эти арабы бяха... Просто бежали в страхе, просто кувыркались от страха вот так. И забягали в страх. Падали в пыль, бежали, потом опять падали. Западали и бягали. Побросали все свои танки, все свое оружие, все свои самолеты. Всичко заставили, танковые самолеты, всичко и забягали. Почему? За что? Потому что бодрствует хранящий Израиль. Он не смеет. И когда он захочет явить славу, кому-то станет тесно на этой земле. Можешь сказать слава Богу? Можешь сказать слава Богу. Я сегодня уже подошел к концу. Следующее воскресенье, дай Бог, если Господу будет угодно, продолжим. Сегодня... А, вы хотели за Абая молиться, точно. Сегодня Абай, наш брат Абай уезжает. Давайте мы помолимся за него, благословим его дорогу. Я хотел для этого пастора Александра пригласить.
Исках за това да поканя пастора Александра. Дорого епископа. Нашия брат Христо и брата Байк. Давайте мы прострем наши руки. Драгоценный Господь Бог наш, давший нам всю благодать для нашей жизни, дал нам хлеб от земли и хлеб с неба, которым является Иисус Христос. Ты дал нам, Господь Божий, благословенных братьев и сестер, через которых Ты являешься нам славным. Мы сегодня, Господь, благословляем нашего драгоценного брата, пастора Абая. Боже, благослови обильно. Во всех его путях, Господь, пусть Твоя рука будет над ним. И тот дар, который Ты ему дал, он пусть возгревает его во славу Твою, Господь, чтобы он стал достижен для всех, Господь Божий. Ибо, Господь, Ты, Боже, избрал его для этой особой миссии – учить и наставлять, чтобы Слово Твое, живое и действенное, исходило из уст Его не просто человеческая мудрость, а явление Духа и силы, чтобы это слово, учение, которое Ты дал ему, передал ему Духом Святым, чтобы он дошел до всех, Господь, слушающих. Благослови, Господь, его путь. Благослови, Господь, Боже, сопроводи его ангелами своими. Благослови, Господь, его семью, супругу, детей, церковь, которую Ты ему доверил, Господь. И пусть, Господь, во всем этом будет, Господь, Твоя слава. Наполни, Господь, еще больше его. Дай избытка, Господь, своей силой, славой, Господь Божий, в своем присутствии и действии. Благословляем его, Господь Божий. И пусть, Господь Божий, он будет благословен для всех, которые будут его окружать, и где ты будешь его использовать. А славу твою во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аминь.